Жители Зеленоградска встали на защиту кота Сергея. Пушистый стал завсегдатаем местного магазина на курортном проспекте. Для него соорудили лежанку и оборудовали уютное место Пушистый стал. Завсегдатаем местного магазина на курортном проспекте. Для него соорудили лежанку и оборудовали уютное место. По словам директора магазина Татьяны Горбуновой, котик никогда не находился вблизи продуктов. Жалобы от посетителей на присутствие животного поступали за три года лишь дважды. Распространенный формат катакафи неизменно пользуется популярностью из-за возможности контактировать с пушистыми. Магазин в Зеленоградске настал. Под исключением место стало популярным благодаря пушистому помощнику. К сожалению, после анонимного обращения Роспотребнадзор провел проверку и запретил присутствие животного в магазине. Согласно постановлению главного санитарного врача, нахождение в объектах торговли животных и птиц запрещено. Татьяна Горбунова отметила отзывчивость местных жителей, которые собрали уже 500 подписей в пользу возвращения Сергея в магазин. Тем временем Котейка обрел свой дом у одного из сотрудников учреждения, пишет Лента. Как сообщалось ранее, в Челябинской области выявили 18 случаев заражения бешенством у домашних животных.